куда мы приехали. А что, подожди, оно крутится? Я тут хотела показать. Вырезаем вот эту вот овал. То есть этот пазл. Он, все они у нас должны быть черными. Вырезали ножницами. И теперь надо заменить на камни. Из камня положили, приложили, очертили. Вот он станок. Станок будет. Только здесь. Вот ручками надо крутить вертеть, чтобы это выпилить. Ну, это работа. Не так просто, как так. Ну, это вот для меня.
если изготавливать иконы, где вот такие детальки, а это-то я не красивый, потому надо любить свою работу, чтобы все-таки здесь изготавливать. Что они делают? По-другому не знаю. В 1945 году мы изготовили 13 среднего размера ваз. По случаю Дня Победы подарили. И все формы благотворительности не занимаются. Ну, они не заказывают. Привезли на разгрузку. В общем, тут очень много всяких камней необычных. Ух ты, а это что за камни? А, да такие у нас в деревне полным-полно этих камней таких. Ну ладно, это понятно все. Долго-долго не могли от них избавиться. Так, приготовьте кошельки. Ну, пожалуйста, можете здесь что-то посмотреть, прикупить. А даже я за погляд денег тоже не беру. Можете просто посмотреть. Ух ты, яйца Фаберже. Вот молодые люди. Ой. Мы работаем также еще и с давальческим камнем. Ну, мне кажется, не надо говорить, что это такое. Вы сами знаете. Приехали люди со своим камнем, мы для них что-то изготовили. А. Они обрезки нам оставляют. Мы их тоже пускаем в дело. Вот эти все здесь. Давай. Вот как вы заметили, это старинная кладка, это слуховые окна старинные. Вот тут заодно здесь слуховые окна вывески. А здесь было еще одно время, которое крутилось здесь.
Но пока изготавливали за 12 лет, эту вазу готовили 3 поколения. Сами понимаете, вредное производство, и ни один человек просто не будет. А сейчас вот здесь видите готовые мозаики. Вот у входа камешки невзрачные натюрмы. А вот что теперь получается. Обратите внимание. Вот те, что стоят у стен, это частные рукавы. Она повыглядит как-то. Каменные зоны. А? Не слышу. Скажите, а у вас есть такие же, только вот серенькие? Все, что здесь есть. Будем искать.